Достоинство шахады и наш долг перед семьями шахидов. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: «Ва ла тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллахи амвата, бал ахьяун инда раббихим юрзакун». Фарихина бима атахум Аллаху мин фадлих, ва йастабшируна биллазина лам йальхаку бихим мин хальфихим, алла хауфун алейхим, ва ла хум яхзанун. Йастабшируна бинеъматин мин Аллахи ва фадлин, ва анна Аллаха ла йудиъу аджра аль-муъминин. Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа, радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. Сура семейства Имрана. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш Господин, пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем Аллах Всемогущий и Достославный создал человека, чтобы заселить землю и привести ее в порядок. Причем Аллах Всевышний обеспечил человеку все, что помогает ему выполнить эту задачу, а также строго запретил ему убить или даже напасть на человеческую душу, сделав такое действие, подобно убийству или нападению на всех людей. Аллах Всемогущ Он и Велик Изреб: «Ман каталя нафса бигайри нафсин ау фасадин фил ард, фака аннама каталя наса джамиа, ва ман ахьяха фака аннама ахьян наса джамиа». Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Сура Трапеза, аят 32. Между тем, заселение земли и приведение ее в порядок представляют собой одну из самых высоких целей, которая может быть достигнута только с помощью неимоверных жертв, которые могут быть принесены людьми, преданными своей религии и родине, осознающими ценность религии, родины и безопасной и стабильной жизни. Поэтому они пожертвовали собой и своим имуществом ради данной благородной цели, надеясь на выгодную сделку, которая не окажется безуспешной со своим Господом. В Священном Коране говорится: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Воистину, Аллах купил у верующих их жизни и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и обязательства в Торе, Евангелии и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха, возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние. Сура Покаяния, аят 111. Что они посеяли, то и пожали. Всемогущий Аллах достиг для них лучшего, чем они хотели обеспечить другим. Поэтому Он, слава Ему и величие, хорошо вознаградил их за доброе намерение, наделив их вечной, безопасной и стабильной жизнью. В Священном Коране говорится: «Валя такулю лимен юкаталю фи сабили Аллахи амуат, бал ахьяум валякин ла ташурум». Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы. Но вы не ощущайте этого. Сура Корова, аят 154. Шахада или мученичество на пути Аллаха является одним из самых высоких положений
и одной из целей, которая может быть достигнута только определенными людьми, кого Всемогущий Аллах избирает. В Священном Коране говорится: «Ваяттахида минкум шухада» – «И избирает среди вас павших мучеников». Сура семейства Имрана, аят 140. Шахада – это Божий дар тому, кто Всевышний Аллах тому, кого Всевышний Аллах любит больше всего после пророков и правдивых мужей. Всевышний Аллах говорит: «Ваман ютуи Аллаха ва Расуля фаулаика маа аллазина анъама Аллаху алейхим минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухада вас-салихин ва хасуна улаика рафиқа». Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники. Сура Женщины, аят 69. Кроме того, Всемогущий Аллах обезопасит их от искушения могилы и от шока судного дня. Рассказывается, что один человек спросил у посланника Аллаха, почему верующие будут испытаны в могилах, кроме шахида. На что он, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: хватит ему испытания, сверкание мечей над его головой. А когда пророк, мир ему и благословение Аллах, спросил Джибриля, мир ему, про аят: «Вануфиха фи ссури, фасаика ман фи ссамавати, ва ман фи л-арди, илля ман ша Аллах», подуют в рог, и тогда потеряют сознание те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Сура Толпи, аят 68. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, задался вопросом: кто они те, которые, те, кого Аллах пожелает оставить? На что Джибриль, мир ему, ответил: это шахиды, которые пали на пути Аллаха. Шахидам достаточно слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: дела каждого умершего завершаются, кроме выстаивающего на страже на пути Аллаха, ибо поистине его дела будут расти до самого дня воскресения. Вот почему, кому было даровано мученичество, увидел его достоинство и приобрел его место, тот желает, чтобы многократно возвращаться в мирскую жизнь и принимать мученическую смерть снова и снова. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: никто из вошедших в рай не пожелает возвращаться в мир этот, даже если предложат ему все, что есть на земле, кроме шахида, который захочет вернуться в мир этот и быть убитым 10 раз, увидев, какая честь ему будет оказана. А поскольку ислам – это религия рыцарства, отзывчивости, мужественности и целомудрия, а также религия, нацеленная на сохранение жизни, чести, имущества и прав, он считает поддержание всего этого из веры и сделал защиту установления морали и этики одной из самых почетных целей. А тот, кто умрет по пути их достижения, является мучеником, ибо мученичество не ограничено одним видом, скорее его виды многочисленны. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: кто погиб, защищая свое имущество, тот мученик, шахид. И кто погиб, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, тот мученик, шахид. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал: убитый шахид, погибший под обломками, шахид, умерший от болезни живота, шахид, утонувший, шахид, укушенный, шахид, разорванный зверями, шахид, умерший от туберкулеза, шахид, умерший на пути к Аллаху, шахид, тот, кто помнит Аллаха Всемогущего в своей постели, а затем умрет, шахид, женщина, умершая по причине беременности, шахид, умерший в своей постели, желая, чтобы слово Аллаха было превыше всего, а слово неверующих нижайшим, шахид. Кроме этого, достоинства мученичества не лишаются те, кто просит его с искренним намерением.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, тому, кто обратится к Аллаху Всевышнему с искренней просьбой дать ему возможность погибнуть в сражении за веру, Аллах возвысит до положения павших за веру, даже если он умрет в своей постели. Шахиду оказана честь в мирской и последней жизни. В мирской жизни его имя упоминается и пишется со световыми буквами в памяти народа, как пример жертвенности, мужественности и чести. А также наши шахиды навсегда останутся в наших умах и сердцах. И мы всегда будем вспоминать о них с восхищением и глубочайшим уважением, независимо от того, как следуют поколения. В последней жизни шахид будет воскрешен в виде гордости, чести и красоты. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал, «Любой человек, получивший ранение на пути Аллаха, и Аллах лучше знает о том, кто получит ранение на его пути, обязательно явится в день воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а запахом ее будет аромат мускуса». Наши праведные шахиды жертвовали собой ради других, оставляя свои семьи позади. И поистине, у них есть права и обязанности, что мы должны выполнить, в том числе, во-первых, мы должны оказать им наибольшую честь, выражая искреннюю благодарность за принесенные их отцами жертвы. Всевышний Аллах говорит, «Халь джазау л-ихсани илля л-ихсан». Воздают ли за добро иначе, чем добром? Сура Милосердный, аят 60. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сказал, тот, кто не благодарит людей, не благодарит и Аллаха. Он, мир ему благословение Аллаха, также повелел, вознаграждайте того, кто сделает вам добро. Если же вы не найдете того, чем можно будет вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами за такого человека, пока не увидите, что вы уже отблагодарили его. А какое добро равно или может сравниться с отдачей человеком души ради родины и чести? Во-вторых, мы должны не дать им чувствовать горечь потери отца или кормильца, заботясь о них, проводя с ними некоторое время, улыбаясь при встрече с ними, относясь к ним хорошо. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обязался заботиться о семьях и детях шахидов. Мы приводим в качестве примера то, что пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, сделал с семьей Джафара ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, который пал шахидом в битве при Мутте, оставляя после себя маленьких детей. Пророк Мухаммад взял на себя ответственность оказать им любовь и нежность и обеспечить их после смерти их отца. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братья в исламе, наш долг перед семьями шахидов требует обеспечить им мирную и стабильную жизнь, ибо их отцы пали мучениками, чтобы подарить нам настоящую жизнь. А также пророк, мир ему благословение Аллаха, гарантирует тем, кто заботится о семьях и детях мучеников, получит великую награду, говоря, снарядивший воина в поход на пути Аллаха, сам принял в нем участие и заменивший собой участника такого похода в заботах о его семье, также принял участие в нем. То есть, если такой человек позаботится об их делах и предоставит им то, что им нужно, то он получит такую же награду, как и шахид. Наш долг перед семьями шахидов-мучеников требует также обеспечить им хорошую подготовку и отводить компетентным из них места, которые они заслуживают.
В этой связи мы должны подражать пророку Мухаммаду, мир ему благословение Аллаха, в том, что он сделал Усам ибн Зайду, да будет доволен им Аллах, отец которого, Заид ибн Хариса, да будет доволен им Аллах, пал шахидом в битве при Муте. Пророк, мир ему благословение Аллаха, взял на себя ответственность за его воспитание и образование, пока он не стал самым молодым военачальником за всю историю. И ему тогда не исполнилось 20 лет, в то время как в армии были величайшие сподвижники, да будет доволен Аллах ими всеми. Нам следует порадовать семей и детей шахидов тем, что Аллах непременно обережет и защитит их ради своих отцов, ибо воистину обещание Аллаха истинно, и Он, слава Ему и величие, покровительствует праведникам. В Священном Коране рассказывается о том, как Всемогущий Аллах отправил к двум осиротевшим мальчикам двух праведных рабов, пророка Моисея и господина Хидра, мир им, чтобы сохранить имущество и клад для них. Это потому, что у этих сирот были праведные родители. Мы должны уверенно осознать, что жертвы наших шахидов являются венцом на лбу Родины и на лбу каждого преданного своей родине египтянина. Мы также должны осознать, что благодарность за эти заслуги требует, чтобы каждый из нас на своем поле был солдатом этого народа и приложил все усилия ради этой великой родины. Мы также должны сплотиться, как один человек с одним сердцем, и крепко стоять за нашей армией, полицией и другими национальными институтами, которые являются предохранительным клапаном для общества. Мы все должны противостоять сторонникам раздора и хаоса, таким как экстремистские и террористические группировки, которые не верят ни в Родину, ни в национальное государство, и отдают приоритет интересам группы по сравнению с интересами государства. Такие организации и группы представляют собой угрозу религии и государству, а противодействие им и уничтожение их экстремистской идеологии – это религиозная, национальная и гуманитарная обязанность. Мы просим Всевышнего Аллаха смилостивиться над душами шахидов и защищать наш дорогой Египет, его армию, полицию и всех египтян от всякого зла и от любой неприятности.